закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле. Mitsubishi Pajero проклеен у нас пол в багажнике, проклеены арки, крылья. Также проклеили первым слоем крышу. Все тщательно прокатали валиком. Нанесли первый слой вибропласта в дверях. В данной программе двери будут клеиться в 4 слоя. В передних дверях уже проклеен второй слой шумопоглотителя. По правую сторону проклеили третий слой на внутреннюю сторону двери вибропласт. Ну и также приступили клеить второй слой шумопоглотителя на потолке. Смотрим дальше.